нему нет проезда никому. Проезжей части ходить опасно, может задеть машина. Ходить можно только под тротуаром. Например, вот этот знак означает всем остановиться, и стоят машины. А в это время пешеходы переходят. Солнечногорская ГИБДД направилась в 10-й детский сад. Воспитанники к встрече подготовились, вышли по форме и с атрибутикой. Мероприятие получилось интерактивным, с лекцией и практикумом. Акция «Безопасная дорога» областная. Участвуют родители, педагоги и инспектор ГИБДД. Особое внимание уделили теме детских кресел и ремней безопасности при перевозке детей. А в конце все пофоткались. В поддержку социальной компании «Маленький пассажир. Большая ответственность». И однозначно, однозначно занятие удалось.